сообщение о пожаре в деревянном частном доме по улице Гагарина, дом 18, в городе Кугуме. Поступило в 1:35. Звонил охранник детского сада, расположенный неподалеку. Первыми на место пожара прибыл дежурный караул пожарной части номер 64 Федеральной противопожарной службы. К приезду пожарных горела кровля жилого одноэтажного бревенчатого дома на две семьи. Признаков наличия живых людей внутри дома не было. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствовала. Информации о количестве людей в жилом доме соседи не владели. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без признаков жизни, личности которых устанавливаются. Пожар был локализован в 1:50, ликвидирован в 2:00. Всего в тушении пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Осмотром установлено, что очаг пожара был явно выражен внутри жилого дома, в комнате, на месте расположения теплоемкой печи. В результате пожара огнем уничтожена кровля, а также повреждены потолочные перекрытия, а также частично имущество внутри дома. Хотелось бы обратиться к жителям республики с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности. Ни в коем случае не курить в постели, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Следить за состоянием газового оборудования, печного отопления, электробытовых приборов и не оставлять детей без присмотра.